Давайте я вам сразу покажу, ребят. Нажимаем, плавненько поднимается и возврат. После этого опускается и отключается. То же самое при окончании пластинки автостоп срабатывает с возвратом. Ну, как вам еще? Давайте я вам, может, сразу покажу. Грубо, вот он поднялся, перевели, он включился. Включился. Грубо. Опускаем плавненько. Все идеально. Нажали, поднялся плавно и возврат. Сейчас все опустится и отключится. Как? Давайте вам я еще в конце покажу. Включился он, я как начал вести. Отпускаем плавненько. Сейчас работает автостоп и все вернется. И он выключится полностью. Не надо заморачиваться, ребята. Все хорошо и прекрасно. И еще я вам продемонстрирую сразу, ну, раз уже показываю полную его работоспособность. Ну, давайте вот так вот я поставлю. Включаю. Плавненько микролифт. Все работает. Сейчас 33-я скорость, 45-я. Нажимаем, он отключился, вернул тонарм, опустил и остановил мотор. Все выключился. Раз я уже рядом с ним, давайте я с вами, конечно же, поздороваюсь, а то не поздоровался, а сразу начал вам показывать. Ну, ребят, это как бы уже такая тема. Приветствую всех! Приветствую всех любителей хорошего звука, а также моих подписчиков, кто постоянно меня смотрит. Данный момент мы посмотрели работоспособность, послушали, как он звучит. Это у нас виниловый проигрыватель 80-го года выпуска, модель фирма GVC, GVC, модель LA11. Ребят, LA11. Имеет автостоп, возврат, выключение и все остальное. Основные функции имеются сполна. Пока я здесь рядышком, я вам сразу покажу комплектность. Коробочку, ребят, я вам родную фирменную показал. Номер на коробке и на аппарате я вам тоже показал. Все соответствует. Что касается пенопласта в родной коробке. Имеется только нижняя часть, ребята, где он именно снизу ставится. Также имеются транспортировочные болты крепления мотора. И еще дополнительный хороший фирменный пасик, ребят. Новый. Вот здесь уже стоит. И еще, ребят, вам на запас еще один родной фирменный пасик. Дорогой, сразу говорю. Тот дорогой родной и этот запасной вам тоже родной фирменный пасик. Вот. Дальше я чуть-чуть про этот аппаратик вам расскажу, все покажу. Послушали мы. На чем послушали, ребят? А послушали мы на усилителе от фирмы Yamaha. Это AX700D-шная. И, кстати, ребят, фонокорректор офигенный, просто офигенный. Аппарат-то недорогой, а звучит-то он очень хорошо. Очень. Поддерживает как MM-головки, так же и MC. Ну, это недорогая простенькая головочка MM. И поэтому она включена у меня на MM, ребят. На MM. Поэтому. А также на акустической системе от фирмы Technics. Ну, мои любимые, кто знает, кто не знает, я говорю, мои любимые, ребят,
все ее хаят, говорят, недорогая, а это, ребят, недорогая акустическая система Technics SB6, а может она и может переплюнуть более дорогую, которую даже по цене в два раза дороже. Хорошие кабели и флаг вам в руки. Ну, об этом я акустическими системами сейчас на данный момент не торгую и не пиарю свою, ребята. У меня в продаже нет акустики на данный момент. Вот. Это я вам просто говорю свои ощущения, свое прослушивание. У меня очень много было акустических систем. И я говорю только свое мнение. Вот. Что мы сейчас, наверное... Я более подробно расскажу непосредственно именно про аппарат. Этот аппарат, ребята, виниловый проигрыватель от фирмы GVC, модель LA11. Сразу скажу, ребята, это не топовый аппарат. Это, можно сказать, бюджетный аппарат. Но этот бюджетный аппарат в любом случае переиграет наши советского производства еще нашего времени, да, 80-х. Ту же Вегу, ту же радиотехнику, там 102-ю, ну и еще другие всякие Орфеи и еще многие аппараты электроники, я думаю, 017-ю он тоже переиграет. Что касается аппарата GVC LA11, этот аппарат у меня появился, чтобы не соврать вам, ну я образно скажу, где-то 3-4 года назад я приобрел у коллекционера целую стойку. Это был этот виниловый проигрыватель. Это была кассетная дека от фирмы GVC. Это был усилитель от фирмы GVC. Акустическая система от фирмы GVC. СНЧ с белыми диффузорами, насколько, если вы помните, модель 600-й МК-2, ну, вроде как, или СК-2, они у меня есть, до сих пор еще они у меня есть, ребят. И также была полностью под них деревянная родная фирменная стойка. Вот я целиком купил вот эту всю стойку, целиком. Эти аппараты были вообще без использования, они бы стояли у коллекционера. Приобретенные эти аппараты были в 80-м году. Это все 80-го года выпуска, ребят. Это когда у нас была Олимпиада, Олимпиада 80, да, когда Мишку мы запустили в космос. Вот эти аппараты сейчас непосредственно виниловый проигрыватель, он у меня. То есть это мне привет с Олимпиады 80-го года. Вот. Этот аппарат здесь, также акустическая система у меня. Но мы говорим сейчас именно о виниловом аппарате. 80-й год выпуска. Что можно сказать? Ну, я вам уже показал, да. Ручное, в принципе, управление выставляешь. По окончании он срабатывает автостоп, возврат тонарма и выключение аппарата. Также можно в любом месте нажать кнопочку, и также все вернется, отключится, и все хорошо. 33 и 45 скорость держит. Пасик новый, второй запасной пасик фирменный тоже новый, транспортировочные болты в наличии, коробка фирменная с его номером в наличии, нижний пенопласт в наличии. 80-й год выпуска. Состояние, ребят, очень хорошее, не буду говорить, что он новый. Я его периодически использовал, даже в своих видео для Ютуба, для вас. Иногда я включал и, ну... С ними надо, ребят, чтобы они не стояли на месте, периодически надо их включать, и чтобы они двигались, чтобы мотор двигался, да, чтобы тонарм крутился, чтобы ничего не ржавело, и было все хорошо. Поэтому периодически я это все включал. Но на данный момент стоит новый шелл, новая головка. На этой головке я прослушал около две пластинки, ребята, она проходила около 2 часов. Перед тем, как записать видео, я прокрутил две пластинки специально, чтобы... Ну, давайте я вам покажу, грубо. Кузьмина, то, что мы послушаем. Владимир Кузьмин, ребят, это любимый мой советский исполнитель, Владимир Кузьмин. Непосредственно данный диск мне подарила на день рождения супруга. Она
знает, что я люблю Кузьмина, у меня его есть все концерты, она мне дарит пластинки. Вот. Также. Это советская, ребят, пластинка, это не фирменная, как многие думают. Есть и фирменные. Ребят, Modern Talking. Вот эти две пластинки я сегодня прослушал. Это тоже наша фирма «Мелодия». Здесь я пластинки не храню, потому что вы сами знаете, где я это все видео записываю. Поэтому хорошие пласты здесь хранить нету смысла. Но, по крайней мере, я прослушал, все хорошо и все прекрасно. Владимир Кузьмин, я люблю этого исполнителя, мне нравятся его песни, живые, энергичные, о жизни. Ну, просто, ну, кто помнит, это группа «Динамик» еще с конца 80-х, получается, там, 78-го, да, года. Группа «Динамик», Владимир Кузьмин. Это мой любимый исполнитель, ребят. Вот, поэтому супруга мне на день рождения дарит пластинки. Кому еще дарит? Наверное, редкость, да, редкость. А супруга мне дарит, поэтому я ее сильно очень люблю и ценю. Вот так вот бывает тоже. Но, что у нас касается, у нас сегодня видео не про это, а про виниловый проигрыватель. Ну, вот, ребят. Ну, хороший экземпляр, просто... Ну, я не вижу смысла его еще здесь держать, у меня просто есть еще и другие проигрыватели, поэтому я хочу предложить, кому будет интересен этот вариант. Он в очень хорошем состоянии, ребят, не бить, не крашен, все родное, крышечка тоже целая, петли целые, ржачины, каких-то царапин, ничего нет. На крышечке есть волосяные царапины, ребят. Ну, вы сами прекрасно понимаете, где я нахожусь, и он у меня уже 3-4 года. Но для кого-то это будет состояние нового. Я не буду говорить, что это новый. Есть волосяные, которые, в принципе, вы, может, даже кто-то даже не заметите. На видео это вообще просто конкретный идеал. Конкретный идеал. И для меня это тоже, ребят, идеал. Поэтому я его хранил, берег. Такие вещи я всегда берегу и храню. Как для себя, ребят, так же и для вас. Приветствую, чтобы вы меня в кадре видели. Вот, ребят, я эту технику всю люблю. Ребят, вот. Звучал он у нас с Yamaha A700D. Фонокорректор офигенный, ребят. Офигенный фонокорректор. Я вчера подключал... винилочку трио КП-800, тоже коробочное состояние, ребят. Офигенный звук, просто шикарный. Фонокорректор, я имею в виду, фонокорректор. Точно так же, как и все остальное. Вот, это чтобы вы имели в виду. Просто аппарат стоит недорого, а вы что-то теряете время и все остальное. Потом будете жалеть. Будете жалеть просто-напросто. Вот такие вот у нас дела. Акустическая система вот от этого комплекта, ребят, она у меня еще есть в наличии, она у меня здесь находится. У меня, кто меня хорошо знает и с кем мы уже давно общаемся, многие ее просят тоже продать. Она тоже новая. Я ее только вот для вас видео делал, больше я ее даже не включаю. Офигенная акустика, офигенная, она у меня здесь стоит, я ее храню, берегу, ну, может быть, время когда-то придет, а может и не придет, может все-таки я ее все равно до конца себе ее оставлю, ну, до конца неизвестно чего, ну, какая разница, смысл вы поняли, поэтому, будь добру, ребят, кому интересно, будет выставлен непосредственно этот аппарат, этот виниловый проигрыватель, от фирмы GVC 80-го года выпуска. Ребята, на 220 вольт. 220 вольт. Made in Japan. Модель LA11. Это недорогой, бюджетный, хороший аппарат. В офигенном просто состоянии. Не буду говорить в коллекционном. В офигенном. Просто им пользовались совсем мало.
И пользовался, считайте, только я. Несколько часов для вас на видео на YouTube. Всем большое спасибо за просмотр. Ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. Буду потихонечку себя, вытаскивать вот такие экземплярчики и делать видео для вас. Кому интересно, обращайтесь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, до новых встреч. Будет интересно.